Але скажу вам, шановний, що в состав склад робочої групи входило 6 чи 7. 7 осенів входило. Які з 9 членів громади. Будь ласка, представтеся. Председатель домового комітету ОСН Бучмин-Баров. Вот вы сидите в Боровоце, а вы сидите, слова не промолвите. Почему ваши инспекторы, никто не работает? Работают активисты, работают домовые комитеты. А уже давно волонтеры работают в этом направлении. Тут сидят представники Днепровской администрации, торгового отдела, благоустройства. Да вы послушайте, я вам даю информацию. К вам претензии. Вы с собой разговариваете или нет? Вы с собой говорите? Она же не представитель. Она целая. Почему это я с собой разговариваю? Вот торговый представитель. Вы хоть раз кого-то инспектора присылали проверять продукты, которые выдают торговый ряд на Серафимовича, который, представитель, что вы знаете, что частично странником, частично там еще кому-то. Не улыбайтесь. Не прикидывайтесь. Вы прекрасно знаете. Сейчас, секундочку, секундочку, подождите. Этот торговый ряд сносит. То есть он не входит. Вы что, это самое? Подождите. Он не вошел в эту схему. Дальше. Потом, я вам еще раз объясняю, что было звернение ОСН Березняки. Кого вы записали? Я ОСН Березняки. ОСН Березняки. Так вот, Березняки сказали, заручный два за всех. Вы туда не включили, в эту схему. Вы снова повторяете. Одну минуту, я не повторяю. Не надо... говорить такое. Дело в том, что у нас под домом, самыми под окнами у жильцов дома стоят два мака, так называемые, развалюхи, хижины дяди Сома. И еще стоит второй автоцеф, где продаются эти куриные лапки. Это торговля, где вы? Чем она руки моет? Они гадят свои эти самые бодра. И тут же выливают на улицу, на тротуары. У меня окна выходят, и я сейчас все вижу. А люди на втором этаже. Я сприймаю, но это же бардак, у них справедливо, ви справедливо кажете. Але є, в державі є відповідні органи, які контролюють санітарно-екологічний стан, які контролюють якість продукції. Я з вами не дискутую. Ви виступили, дякую вам. Сідайте. Наступна людина, у вас регламент вийшов. Дякую. Я вам зараз відповім. Сідайте.